since I saw your face. So I'm coming home. I'm coming home. Это было для нас самую лучшую систему оздоровления, которая сегодня не знает аналогов в мире и которая сегодня делает счастливыми тысячи и миллионы людей на планете Земля. В 86 странах мира, а скоро эта география будет еще и расширяться. Компания «Фохом» предоставила нам совершенно светлые умы в виде совета директоров корпорации «Фохом» во главе с господином Юфэй, потому что они разработали удивительную систему вознаграждения. И с 2018 года мы с вами наслаждаемся действительно новым стратегическим ходом. Это VIP-стратегия, которая удвоила, утроила доходы наших партнеров. Сегодня перед нами, ну, скажем так, все секреты восточной медицины, все секреты бизнес-ходов. Почему? Потому что у нас с вами есть компания «Фита», которая, главной задачей которой, чтобы мы с вами были профессиональными, чтобы мы с вами с честью несли вот эту идею здоровья, идею совершенно другой благополучной жизни в каждую семью на планете Земля. И вот понимаете, как легко сегодня, имея все это, стать амбассадором. Что требуется от нас? А вы знаете, от нас требуется только понимать, зачем мне все это нужно. Потому что это зачем всегда ведет нас вперед. Это цель, жизненная цель каждого человека. И я хочу сказать, что многие говорят о том, ну я что, свою цель не могу, реализовать в обычной жизни. Когда мы разговариваем с людьми, я говорю, наверное, можете. Но вы сэкономите огромное количество времени достижения своей цели, если вы будете с корпорацией «Фохом». Почему? Потому что вам дается бизнес под ключ. От вас только видение цели, от вас умение строить отношения с людьми, от вас желание быть профессионалом в корпорации «Фохом». От вас понимание, как работает система оздоровления, как работает наша маркетинговая часть. И все. Ну и самое главное, это понимание и любовь к людям. И желание, чтобы здоровых, успешных, благополучных людей в мире было большинство, а не меньшинство. Вот это нужно от нас. Каждый день помнить о том, что за нами идут люди. Каждый день помнить о том, что у них масса вопросов, на которые мы с вами должны ответить. Немного нужно в этой жизни от нас, именно в корпорации «Фохом», чтобы стать амбассадором. Немного. И тогда, вот понимаете, что есть амбассадор? Амбассадор – это тот человек, который прошел всю карьерную лестницу, это понятно, да? И тот человек, который дал двум людям уникальную возможность, оказал им помощь в том, чтобы они стали бриллиантами 7 карат. И у меня есть эти два надежные, верные, очень успешные крыла в виде партнера бриллианта 7 карат Марты Федоровой и бриллианта 7 карат Татьяны Палатько, которая находится в Красноярске. Понимаете, немного нужно. Единственное, как говорит наш с вами спонсор, да, Алла Кауфман, вот без чего точно нельзя сделать карьеру в «Фохом», это без того, чтобы не уделять время этому. Если у вас нет свободного времени, сложно сделать здесь карьеру. В остальном никаких препятствий у вас для этого нет.
И я хочу сказать, что буквально неделю, вот я в понедельник прилетела из Красноярска, где состоялся вот такой же праздник, только зал был больше. It's been so long since I saw you.